и Елена Родионова готовится выйти на лед арены Мегаспорт. Вот она одна. Ничего не тонет в фарисействе. Программу откатать, не поле перейти. Елена Родионова. Болеем за нее. Наслаждаемся прокатом. У Леночки тоже новое платье. Слышно крики с трибун. Уже было такое падение у Лены перед Ридбергером. Умничка, Ленка. Обидное падение очень было.
Непонятно, почему так происходит. Уже не в первый раз она так падает с дуги. Без одного прыжкового элемента получается прокат. Елена, а в остальном умничка. Родионова, Россия. Елена Родионова, Россия. Ревет Мегаспорт, поддерживает нашу спортсменку. Очень страстная фигуристка Елена. Не понимают сами, что почему так происходит. Может, с ребрами проблема, но не второй же раз подряд. Стартовый каскад Loots to Loop 3-3. Снова я подпрыгнула на этом каскаде, потому что снова в борт. Хороший тройной флип. И какая экспрессия. Да, очень идет ей эта программа. Зажгла немного в середине программы. И снова в борт. Лут Солер Сальхов. На Сальхове недокрут. Две ноги. Будут снижать за это. Тройной флип, двойной тулуп. Здесь немножечко не доделала выезд. Вот оно. Непонятно. Сама себе заплела ноги, Елена. Обидно. Елена Родионова за произвольную программу получает 126,77 балла. Это лучший результат в сезоне. Она набирает лучшую в сезоне. Тем не менее, season best. И сумма баллов для нее лучшая в сезоне. На данный момент Елена занимает первое место. Поднимается на первое место Елена Родионова. Но сама понимает, что это место ей удержать не удастся. Может быть, если бы она выступила без падений, можно было бы рассчитывать на большее. Но ничего страшного.